Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктую имя. Хелена Туччи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи. Так, я Уиллис Тауэр. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас Дакфейс. О, господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я это... ищу ее дядю, а через Хелену быстрее выйдет. Запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И с зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию. Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Погодь, круто. Что-то новое запустила. Она на Коннелли Сквер. Стеклянная хрень. Хелена там. Понял. Молодцом, Клара. Удали эти файлы. Ты же знаешь, Эйден, мы за свободу информации. Клара. Тише. Невиновных мы не трогаем. Глотаешь чип, и тебя автоматом логинит на всех сайтах, где ты зарегал. Представляешь? А как же быть, если забыл принять? Хрен куда зайдешь. Кстати, и хватает всего на день, потом спускаешь вниз. На следующий день. Тебе помочь? Они знали, что я могу украсть. Я смогу, что вы. Мне нужно. Да, правда? Ой, я думал... Эй, в чем дело? Да. Эй, стой. Ты прерывай. Немецкий, данке. Китайский, нихао. О, слышишь, походу... Что ты хочешь? Она уже работает. Ладно, прятаться. Круто, чувак. Да, все покажу. Они ничего не знают. Я был осторожен. Меня с детства учили хранить секреты. Оказалось, не зря. Извини, я верю только тебе. Слушай, да, я... Да. Так, Хелена, начнем. Алло. Мисс Туччи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Терпение. Дядя Анжи, с
Селена, опять нужны билеты на концерт? Нет, слушай, мне кто-то звонил. Мне кажется, тебя ищут. Что? Черт, твой звонок с головой меня выдаст. Вешай трубку. Попался. Где же ты, Анджело Туччи? Ну, началось. Анджело Туччи. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя. И платит Туччи. Ну, удачи им. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Готово. Перевод не состоится. Так, осталось попасть в тюрьму. Поболтать с моим свидетелем. Еще есть связи в тюрьме? Устроить бы твоему парню несчастные случаи, но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель, он же никто. Оказался ни там, ни в то время, меня не искал. Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, достави мобилу. Есть у меня там чувак, справится.
только не про него в новостях болтает. Эй, аккуратнее! Куда прешь? Эй! Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Мордой в пол, ну! Руки за голову, живо! Давай! Скажи, Джорди, мы квиты? Замри! Пирс, Кейден... Смит! Вы же устраиваете такой шмон приписки, чувак. Откуда у меня палево взяться? Да, да. Одни невиновные вокруг. Иди давай. Про право человека слышал, тупой баран. Заткнись уже. Джорди, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. Джорди, график я нашел. Где двор для прогулок? Наверху.
Просто полный отстой! Кажется, у этого чувака имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приметная. Он где-то здесь. Пленника не вышло. Что ж, план Б. Что от нас надо? Заставьте его говорить любой ценой. Все понял. Опа. Так, как до тебя добраться? Какой еще перевод? Кто вы такие? Требую адвоката. Куда мы? Че молчишь? Боже мой, где документы? Уже. Где мой адвокат? К адвокату и идем. Нет. Ё-моё. Только отряхнем тебя. Ты что придумал? Я не вожусь с продажными. Черт, нужно действовать, пока его не убили. У нас проблема. Его увели охранники. Черт, подвал, они в подвале. Thank you.
смотрю, какие-то темные делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь нараспашку. Сигнала тревоги не было. Гляди в оба. Что, два лузера забыли на стадионе? Без нас дело проворачивали? Думаешь, мы без больших друзей? Одними делиться кто будет? Нет, нет. Я же сказал, ничего не было. Нам позвонили. Кто-то нас нагрел. Как же, хорош брать. Мы предупреждали. Считаешь, что ты бессмертный? Да сколько можно? Все, что знаю, сказал. Клянусь. Правда, клянусь. А напарник? Ним-то что? Где он сейчас? Морис, слушай, не знаю. Он у них. Может, сдохнуть? У них? Не знаю. У кого? Имена скажи. Я не знаю. Но лица-то видел? Видел? Да ладно, сдавайся! Ну, назад, укрытие! Стреляю! Есть раненые у него! Он ранен! Давай, показывайся! Сам себя делаешь хуже! Черт, он зашел сбоку! Вы на мушке пригнитесь! Походу я влип! Могли бы предупредить! Внимание, я слышу выстрелы! Выстрелы! Тут стреляют! Нужна помощь! Черт, где подкрепление? Что за черт? Прячься, прячься! Все равно найду! Господи, все мертвы! Ой, черт! Ты сюда попал? Знаешь, это было просто. Все эти современные здания облегчают задачу. Мы знакомы? Что? Мы встречались? Нет, нет. Ни разу в жизни, чел. Я так и думал. Ты у нас тут... На 60 дней. Паиньки выходят через месяц. Читай. Шестьдесят лет? Ты чё, чувак? Расписываю тебе варианты. Вдруг захочется поболтать с кем-нибудь или копом стукнуть. Все ясно. Всем постам. Боевая тревога. Бежал бедный мужчина, Джо Смит. Шлите наряд в прачечную. У нас пропала связь. Понял. Действуем.
Джорди, готово. Круто. Теперь самое время выбираться. Правда, к тебе там подарок плывет. Где? Поверь, не пропустишь. Всем постам. Обнаружен подозреваемый. Офицерам нужна подмога. Сработал. Я в безопасности. Так, убийца Лены. Я обязан найти его. Дэмиан трепал про второго хакера. В Мерло кто-то был. Нужно потрясти Дэмиана. Радуйся, что жив. Мы же были друзьями. Тебя не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал, мстителем стал. Ты что-то ляпнул про второго хакера в Мерло. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? Любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи.
Что вообще творится в Чикаго? Походу, сети ОС переклинило. Заглючило все. Электричество, поезда, светофоры. Да послушай, в новостях об этом молчат. Ладно, но... Этой CTOS даже поссать в переулке нельзя, пока тебя никто не видит. В натуре. Помнишь, мы еще когда-то не доверяли соцсетям и геометкам. Честно говоря, я знал, что как-то так будет. Но мне всегда было пофиг, а теперь как-то не очень. Бабло гони, сука, живее! Помогите! Держите мура! Блин! Полиция не сообщает, станет ли недавний всплеск насилия начало войны. Но гибель офицеров полиции в борьбе с преступностью обеспокоила наш город. Тебе не кажется, что свет стали выключать чаще? Разве CTOS не должна с этим бороться? А я не удивлен. CTOS такая махина, что не может не найтись пары багов. Да кто за это смешно? Эй, чувак, думаешь, это смешно? Надо торопиться. Демиан слишком гордый. Это полезно. Разведу его на инфу. И свалю. Иначе все. Стряну по уши. Ты где? Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйден? Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники? Что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Дэмиан, что ты творишь? Что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее, я его грохну. И он в курсе. Брэнкс хочет, чтобы я сдался. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Держитесь там, я скоро. Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает тебя кучей хрупких вещей. Ты слабеешь. Где? Ну нет, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Ники, где ты?
Ники! Включи мозг! Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Но так уж получилось. Послушал бы меня, все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка. Черт знает, где он. Так, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди и узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить с сестрой. Ты мне, я тебе. Это я тебе припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Где же Джекс? Дэмиан его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел. В надземке. Черт, его преследуют. Дэмиан не должен найти Джекса. Надо его спасти. Так, я справлюсь. Найду Джекса и... Ники. Черт. Ники у него. Джексон сможет от них скрыться. Проверь каждый вагон, он где-то тут. Так, выиграл время. Теперь на станцию. Держись, малыш. Поезд уходит, блин! Так, на следующую станцию. Живо, живо!
Не бойся. Тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно. Найдем твою маму. Ну же. Доктор Мэнда слушает. Алло, Йоланда. Это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться. Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да, да. Ничего не бойся, ладно? Они это сказали? Понятно, Джекс. Супер. Здравствуй, милый. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решилась выбросить вещи Лены, думаю. Она, наконец, прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся. Да? Идем, малыш. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. Ладно. Вот так. Southbound train arriving shortly. Northbound train arriving shortly. That's done.